Всем большой привет! Меня зовут Наташа, и сегодня я снова начинаю свой влог. Вы видите перед собой цвета. Это цвета нового проекта, о котором я просто пока... Это моя новая задумка, и о котором я просто не хочу сейчас пока говорить, кто это будет, что это будет. Ну, что-то. Я хочу рассказать, чем я обычно пользуюсь. Это пряжа. Самая моя любимая на данный момент. Это Yarnart Jeans. Это мой любимый крючок. Так. Clover 1.75. Фокусируйся. Вот. Это простая ручка для записи. Это глазки, это носики. Дальше у меня коробочка, вы уже ее не раз видели. Здесь у меня вот такие вот. Это если я делаю брелки. Осталось последнее, надо будет еще купить. Зажигалка, бисер Сваровски, этот вот, всякое такое. Перемещаемся дальше. Свечка. И маленький пенал, где я храню ножницы, всякое такое. Вот, в общем, и все. Я очень люблю пламя свечей, поэтому во влог тоже немножко его снимаю. Я отфотографировала свои новые брелки. Один из брелков я уже выставила. Это был Мишка Тедди. Это моя давняя мечта, и я ее наконец-таки воплотила в жизнь. Это у меня образцы. Я их потом переклею в блокнот с своими образцами. Про этот блокнот я узнала у Ольги Аскаровой. Было очень интересно, и я воспользовалась. Если я найду ссылку на ее это видео, я вам обязательно оставлю. В общем, вот так вот и проходит мой день. Я уже повязала, я связала за сегодняшний день, я связала вот этого Мишку Тедди, я вам его уже показала. Точнее, после этого ролика я вставлю фотографию, как будет мой Мишка. В общем, вот так. Ладно, пошла я продолжать вязать, и думаю, что скоро к вам вернусь. Придоброе утро! Я решила выйти в кадр. Чем я сегодня занимаюсь? Вяжу. Вот с 8 до 11 утра я вязала новую игрушку, зелененькую. Кто это будет, я совсем чуть позже, мне осталось пару рядов буквально, и тогда я вам все покажу. Так что давайте я пойду пить кофе и доделывать, и покажу. Знакомьтесь, Медуза. Так. Вашему вниманию Медуза. Идея о ее создании, ее рождении просто как щелчок в голове. Я проснулась с мыслью, что я хочу что-то. И на самом деле сразу не знала, кого я хочу. А тут просто берешь нитки, просто вяжешь, потом получается силуэт. И вышла вот такая вот необычная Медуза. Кстати, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, будет ли вам интересно мастер-класс на такую Медузу или нет, или мне не заморачиваться. В общем, вот такая вот Медуза. Сейчас я вам ее подниму, покажу. Смотрите, какая она красивая. Я кайфую.
Всем привет! Смотрите, кого я вам показываю. Тыквенный зайчик. Я вам его не показывала и решила показать. Да, он, конечно, какой-то такой несуразный, немножко такой. Но все же очень прикольный. Прошло совсем немного времени, и мой зайчик, кролик тыквенный, готов. Я сейчас подпишу, кто автор, чтобы не было никаких непонятных ситуаций, потому что мастер-класс не мой. Вот. Такой вот у меня вышел тыквенный зайчик. Здесь я ему сделала вот такую вот пуговицу. Вот такая вот пуговица необычная. Ну, может, обычная такая. В общем, вот так. И, наверное, уже на этом зайчике я сегодняшний свой мини-влог хочу закончить, потому что я хочу пойти снимать мастер-класс, вторую часть. И мне просто нужна память на телефоне, потому что я снимаю это все на телефоне, и компьютера у меня пока что нет, и поэтому все в телефоне. И мне просто нужно освободить память, чтобы я уже смогла смонтировать, выложить влог, и тогда уже дальше удалить все и дальше уже снимать. Дальше. Здесь маленький беспорядок, но это творчество. Вот. Тетрадка, кофе. Вот так. Ладно, всем пока-пока!